Что случилось, Огонек? Ты не притронулся к еде. У меня кое-что не выходит из головы. Например, эта несправедливость, которая вершится по отношению к Яну. Мне он нравится. Нравится этот парень. Я успел его полюбить. Иногда мне кажется, что в молодости я был таким же, как он. Такое ощущение, что я знаю его очень давно. Извините, но я очень переживаю. Мы тоже. И шансов у парня мало, мало. Надо что-то предпринять. Я должен что-то сделать. Ты поешь. Съешь все, глядишь, легче станет. Давай. Руфино прав. Есть все равно нужно. И спасибо за все, что ты делаешь ради моего сына. Разве ты не собиралась спать? Я не могу уснуть, Лаура. Почему? А ты как думаешь? Откуда мне знать? Зачем ты намекала Томасу, что, возможно, я буду жить с ним? Я? Ты что, меня не видела? Нет? 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 Да еще сказала, что мне хотелось бы жить в Сан-Исидро. Теперь он купит квартиру в Сан-Исидро. Подожди, подожди. Нет, нет. Что ты так взвелась? Ты даже обещала ему помочь. Я тебя не понимаю. Почему? Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Зачем ты с ним встречаешься? Не знаю. Мы друзья? Друзья. Друзья? Лаура, я ему все сказала. Я была с ним честна. Я сказала, что он мне нужен, но ничего не обещала. Что я должна сказать? Да, порой я в нем нуждаюсь, но порой хочу, чтобы он был за 1000 километров отсюда. Извини. Разве тебя не привлекает идея устроить дом по своему вкусу, расставить все так, как ты хочешь? Конечно, привлекает. И что? Ты меня знаешь? Да. Для того, чтобы наслаждаться всем этим, я должна любить человека. А Томаса я не люблю. Не люблю. Я бы хотела, но никогда не смогу его полюбить. Ты любишь Яго? Ясно. Пока. Я люблю Яго. А вы не хотели бы станцевать это танго со мной? Хозяин. Послушай. Послушай. Что происходит? Морена. Морена. Сеньорита Мелина, в чем дело? Это Луиса. Я завтрак принесла. Можно войти? Я позавтракаю внизу. Спасибо. Точно. Thank you.
Постарайся наесться. Здесь по утрам кормежка хорошая. Я бы сейчас корову съел. Со вчерашнего дня голодный. Ясно. Послушай, кто это Морено? Ты знаешь Морено? Я нет. А ты знаешь. Откуда ты взял? Ночью тебе что-то снилось, ты все время повторял Морено, Морено, много раз. Мне ничего не снилось, в особенности Морено. А это Морено существует? Нет. Нет? Однако ты все время повторял ее имя. Сон ничего не значит. Это просто глупость. Не заводись, Яго. Если ты сказал, что ее не существует, я тебе верю. Нет, так нет. Эй, когда наконец жратву принесу? Невероятно. Сеньор Лусио только что умер, а эта девица уже кувыркается с сеньором Альдо. Ты их видела? Это и не нужно. Я понесла завтрак сеньору Альдо, а его в комнате нет. Постучала к этой ненормальной, а она меня к себе не впустила. Это же как дважды два. Как дважды два. Какой ужас. И это когда сеньора Елена в лечебнице. Ну и мораль, господи. Что с завтраком? Мы давно ждем в столовой. Простите, сеньор, мы сейчас, через 5 минут, завтрак будет. Хорошо. Как вы спали, сеньор? Я спросила потому, что сеньора Елена нет, вы один, и наверняка переживаете. Вы хорошо спали? Я хорошо спал. Что за мораль? Что за мораль? Доброе утро, Огонек. Что-то случилось? Тоже, что и всегда. Я проголодался. Я вам сейчас бутерброд сделаю. Вот так, выпей все молоко. Завтрак заряжает энергией на весь день. Я буду на кухне, сеньор. Хорошо, Луиса. Папа, а Мерседа сегодня приедет поиграть со мной? Она же обещала. Раз так, обязательно приедет. Если хочешь, можешь погулять со мной, покататься на машинках, погулять. Я хочу, чтобы пришла Мерседес. Она такие сказки знает. К сожалению, сказок я не знаю. Мне их в детстве не рассказывали. Ясно. А пока мама не вернется, можно обо мне будет заботиться Мерседес? Да. А маме еще долго лечиться? К несчастью, да, сынок. Очень долго. Господь не допустит, чтобы с Яго что-то случилось. Думаю, через несколько дней парень будет на свободе. Вы считаете, Огонек? Конечно. Надо верить в правосудие. Плохо то, что в этом доме я даже ни с кем не могу поговорить о Яго. Его имя тут как ругательство. Представляю. Я бы хотела повидаться с Горделем. Но работаю целый день. То стираю, то глажу, то готовлю. Бедный мой любимый. Ему кто-то хотел навредить, Огонек. Очень хотел. А кому это могло понадобиться? Тому, кому он мешает. Говорю вам, на него порчу навели. Ну ничего, я умею ее снимать. Вот увидите. Или меня зовут не Луси, Жасмин Перейра. Спасибо, Жасмин, за бутерброд. Он очень вкусный. Доброе утро, Матильда. Это ты? Рассказывай. Что? Будешь позволять Мерседес сделать из тебя дурака? Ничего и не сказал? Когда ты очнешься, Роберто? Ты поговорил с дочерью? Нет. И что ты думаешь делать? Неужели все так и оставишь? Да что с тобой, Роберто? Ты в последнее время такой боязливый стал. Матильда, я не хочу об этом говорить. Я хочу только одного, чтобы ты приготовила мне...